Всем привет! Мы сегодня хотим рассказать, как мы добирались до Качанка. Мы сначала ждали наш такси, на нем очень долго ехали. Ехали, даже время не успели купить поесть. Потом мы пошли на лодку, поплыли. А потом приехали сюда и искали себе номер. На этом автобусике нас привезли на паром, на котором мы будем добираться до Качанга. Забрали нас в 9:30 из отеля. Везли очень долго. Сейчас 4:30. Такой лодочке и поплывем. Мороженое. Не устали, девчоночки? Слушай, я как вспоминаю, как недавно было плохо, я сейчас прекрасно чувствую. Может, потому что таблетку съел, не знаю. Хочешь попить? Потому что цена качество. Что ты думаешь об этом путешествии? Тебе нравится? Я всегда любила ходить в путешествия. Я мечтаю, чтобы всегда все было хорошо. А путешествовать тебе нравится? Нравится, но только со всеми. А это правда, что говорят, что у нас Маша очень много путешествует? Очень много, даже когда-то путешествовала. А это правда, что Маша больше всех путешествует? Правда. Правда? А где больше всего Маше нравится путешествовать? Египте, в Таиланде, в Турции, в Париже. Где ей больше всего понравилось? Везде! Везде? А Маше легко было добираться? Нет. Маша спала всю дорогу? А скажи, пожалуйста, а откуда Маша приехала? Из какого города сейчас? Понятно. А сейчас где мы отдыхали только что? В Бангкоке. А что тебе в Бангкоке больше всего понравилось? Тебе зоопарк понравился? Понравился. Мне там понравился сильный дождь. Мне там понравился. А в Аранчике? Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!